Так, вы поймете, о чем. Мне не 70 лет. У меня точно есть время. Но я тут ненадолго. Потому что, снова говорю, мне не 70 лет. И после меня придет человек достойный. Я хочу закончить эту войну. Я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не хочу. И поэтому силового нападения я не рассматривал ни на Донбасс, ни в Крым. Потому что глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какая была бы цена у этих территорий, пусть даже отвоеванных. Поэтому, когда Россия говорит, в документах должно быть, что вы военным путем не будете забирать Крым. Да не будем мы его забирать военным путем. Людей жалко. Наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Это просто жалко. Вы все равно ничего не сделали за эти 10 лет. Это я не вам, ребят, говорю. Да? Чтобы вы просто не обижались на меня. Но не сделали ничего. Что там сделано в Крыму? Построены отели за 10 лет, как в Дубае? Или что? Что там сделано? Что там принесено? Что в Донбасс арену можно было запустить? Просто пробили там ее снарядом и стоит. Но запустить ее. Просто, чтобы... Да ничего невозможно. Понимаете? Люди пришли с другой идеологией. Это я не хочу, просто нету времени...